Доброе утро, мои хорошие! Как и многие блогеры, я получила посылочку от компании Василек. Вот такой огромный мешок мы получили на обзор с продукцией компании любимого Василька. Сейчас откроем и посмотрим, что там. Как всегда, компания Василек тщательно упаковывает заказы. Люблю получать посылки от компании Василек. Как вы уже заметили, мы все ходим в одежде компании Василек. Так, в таком мешке есть еще вот такой мешок. Огромный, целлофановый. Ой. Вот уже по опыту ношение на протяжении нескольких лет изделий компании Василек, могу сказать, одежда ведет себя замечательно. Главное, соблюдать правила стирки одежды и правила стирки белья, полотенец от компании Василек. Так, а где накладная? Ну ладно. Я потом напишу, что, сколько стоит. Я заказала несколько наволочек из сатина. 50 на 70. Вот такой расцветки. Вот такой расцветки. Ну и еще раз вот такой расцветки. Вот три наволочки. У меня все подушки 50 на 70. Я такие подушки очень-очень люблю. Дальше были заказаны махровые полотенца и коврик для ног в ванную комнату. Ванная комната у нас новая, значит, коврик для ног тоже должен быть новенький. Я взяла вот такого бежевого цвета. Вот такой замечательный коврик с ножками. Вот. Видите, какой хорошенький. Прям красота. И цвет хороший, подходит под нашу ванную комнату. Также я заказала, так, это что у нас? Сейчас откроем и посмотрим. Я заказывала полотенце для лица и салфеточки для кухни. Это у нас полотенце для лица небольшого размера. И салфетки одновременно. Как я вам уже говорила, вот эти салфетки на кухне просто незаменимая вещь. Я их заказала несколько штук. Их можно заказывать бесконечно, уж очень они хороши. Вот такие разные цвета. Так, вот еще розовенькие салфеточки. Так, а это у нас уже полотенце для лица. Тоже разного цвета. И заказала я размер, сейчас я скажу вам какой, 30 на 50. Вот такие полотенца лицевые. Разных цветов. Хорошо, что у компании Василек разные расцветки полотенец. Три штучки вот таких полотенцев. Смотрите, как красиво, да? Вот такая красота. Также был заказан костюм из хлопка 100%, 42 размер. Это для Аллы. Она его наденет, и мы обязательно посмотрим, что это за костюмчик. Также я заказала белье для мамы. Вы знаете, что у меня на даче мама. А у компании Василек ассортимент очень большой. Так что можно заказать белье для разных возрастов. И для девушек, и для мужчин, и для женщин, и для наших родителей. Ну, я вот так вот покажу. Так, где здесь? Вот, вот такие вот трусишки я заказала для мамы. Легкие, хлопковые, дышащие. То, что надо. Вот такие. И еще заказала вот такие беленькие. И заказала вот такие. 100% хлопок. Вот такие вот симпатичные трусишки. Еще не устаем заказывать в компании Василек банные полотенца.
Они разного размера, и цена у них просто сказочная. В обычных магазинах полотенце вот такого размера 70 на 140 стоит немалых денег. А здесь они совсем-совсем недорогие. Вот, смотрите, какое большое полотенце, банное. Разных расцветок. Мягкие, хорошо впитывающие из натуральных материалов полотенчики просто незаменимы в душе. Вот такое, 70 на 40. Так, вот еще 70 на 40, оттенок разный. Нас народу много, полотенца нужны всем. И вот такие тоже полотенца 70 на 40. Беленькое и салатовое. А еще я заказала постельное белье. И заказала простыню на резинке. Вот такой расцветки простынь на резинке на полуторный матрас я заказала. Вот такой расцветки. Вот еще простыня на резиночке. Вот такой расцветки красивой. Просто на резинке очень удобно. Очень удобно. Натянул на матрас и все. Не надо каждый раз поправлять. И я заказывала из сатина. Я люблю перкаль, но в этот раз я решила заказать из сатина. Так, а вот и накладная. Цену я потом напишу на видео, когда буду монтировать. Вот такой комплект я заказала для Бориса. Этот комплект постельного белья на молнии. Наволочка 50 на 70. Тоже из сатина. 100% хлопок. Вот такой заказала комплект постельного белья для мамы. Тоже полутораспальный и тоже из сатина. Я раньше заказывала все время перкаль. Перкаль мне тоже нравится, но в этот раз я решила заказать из сатина. А вот этот комплект постельного белья я заказала для себя. Тоже из сатина. Вот такой веселенькой расцветки. И последний комплект. Его заказала для себя Алла. Это семейный комплект. В нем пододеяльник 2 штуки, простыня 1 штука и наволочка 2 штуки 50 на 70. Этот комплект постельного белья для семьи. Тоже вот такой приятный, нежный, спокойный расцвет. Я решила посмотреть, как простыня подходит или не подходит для набора гипюр. Вот набор гипюр, вот такой расцветки, действительно как гипюр. Ну что, я смотрю, очень даже неплохо подходит. Правда, хорошо? Сатин такой шелковистый, ребята, и такой приятный-приятный. Наволочки у меня 50 на 70. И я их, наволочки, взяла на молнии. Вот, очень удобно. И очень даже неплохо сочетается, правда? И вот я смотрю, очень даже, ребята, неплохо сочетается. По-моему, очень даже неплохо. Натянула эту простыню и дело с концом. Вот. Так, ладно, хорошо смотрится. Мне понравилось. Гипюр с простыней и тюд на резинке. Все очень хорошо. Все, теперь снимаем и стираем. Вот такой костюм 42 размера. Аллочке понравился, когда делали выбор на сайте компании «Василек». Длинные брючки, они внизу на манжете, на эластичной манжете. Вот. Костюм хлопчатобумажный с надписями «Round». Трехцветная блузка с коротким рукавом. Ал, не жарко? Нет, потому что он хлопковый костюм, да, круглая горловина и короткий рукав вшивной, тоже отделан эластичной резиночкой из той же ткани, из которой сшит костюм. Замечательный костюм, ну просто прелесть.
Вот так для отдыха хорошо, да? А в брюках есть карманы? Ау. Да. Да, в брюках есть два кармана. Ну, ребята, слушайте, ну красота, красота, тебе очень идет, очень. Беленькая спинка, летний, удобный для вечерних прогулок, да? Угу. Замечательно, просто замечательно. Так, а размер у тебя 42-й. Компания «Василек» 100% хлопок. Ну и по традиции... СМР от компании «Василек». Вот такие товары мы выбрали в компании «Василек» для обзора. В этот раз одежды мы заказывали мало, потому что, вот видите, я говорю, мы постоянно ходим в одежде компании «Василек». И мне, честно говоря, нравится. Тело дышит, не жарко, вот просто замечательно. Поэтому и Аллочка тоже заказала себе костюм. Советую, заказывайте. И постельное белье, и полотенца. Цены я все указала, ну, цена просто сказочная. Особенно на полотенца, на наволочки и на комплекты постельного белья. Кого заинтересовала продукция компании «Василек», ссылочку я оставлю в описании под видео.